Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуют вас. Мы снова с вами в Белой студии культурно-просветительского центра «Дубрава», и сегодня мы начнем новый цикл лекций, который будет отличаться от предыдущих. От предыдущих, по-моему, 15 лекций, которые мы записали, и которые были посвящены исключительно музыкальной гармонии. О музыкальной гармонии нельзя рассказать все сразу, даже в 15 уроках. Это сложная исследовательская и практическая работа, которую должен пройти каждый музыкант. Но основные принципы, принципы взаимодействия функций, принципы изменения функций, принципы ладового построения, опевания каждого аккорда мы с вами изучили. И сейчас мы приступаем к иной, не менее важному разделу музыки, который называется ритмика. Общая задача всех этих наших лекций, я бы даже сказал бесед, не лекция, а бесед, заключается в том, чтобы теоретически и методически подготовить вам к тому, что вы можете и должны стать импровизаторами, композиторами и, самое главное, музыкантами, которые исполняют музыку не механически, а которые понимают, как эта музыка устроена изнутри. Вот это вот самое важное. Итак, мы сегодня говорим о ритмике. Наша лекция будет иметь очень такую общую тему. Мы, в принципе, обсудим, что вообще это такое, что это за компонент музыки. Начнем с простого. Одно из определений музыки, как известно, следующее. Музыка — это вид искусства, где художественный образ, как цель этого вида искусства, достигается посредством чередования звуков и тишины, определенным образом организованных во времени. Вот есть такое определение. Итак, звуки, тишина, организованные во времени. Звуки и тишина — это ноты и паузы. Здесь все понятно. Если мы знаем музыкальную гармонию, принципы ладового построения, мы знаем, какие ноты мы исполняем. А организация во времени — это и есть та самая ритмика. К ритмике, к музыкальной, нельзя относиться пренебрежительно и поверхностно. Осознание ритмических законов настолько же важно, как и понимание гармонических принципов построения музыки. Очень часто бывает такое, что мы пренебрегаем ритмикой по какой-то причине. Находим себе всякие разные оправдания, что вот я так слышу, давайте спорить. И на самом деле это ошибка. Вы наверняка, независимо от того, какой музыкой вы занимаетесь, какой музыкой вы тяготеете, классика это, либо какие-то современные формы, либо джаз, всегда сталкивались с проблемой. Все начинающие музыканты, да и не начинающие музыканты, да и опытные музыканты, и самодеятельные, даже профессиональные, не все любят работать с метрономом. Но умение работать с метрономом, то есть умение создавать музыку в совершенно конкретном времени, в совершенно определенном временном порядке, это одна из главнейших квалификаций музыканта. В академической музыке есть такие приемы отклонения, скажем так, от метронома, там, риты-нуты или какие-то иные вещи. Они уместны, они имеют право на существование, они имеют свою эстетическую художественную оправданность, но только в том случае, если этот прием используется после того, как основная партитура, как бы основное полотно музыки сыграно в идеальном темпе или близком к этому идеальному темпу. В джазовых стилях, в рок-музыке это вообще неприемлемо, вернее, это основное требование к музыканту, и если музыкант не живет во времени, то это уже неприемлемо, и эта музыка является некачественной. Она не может достичь своего результата. Итак, поэтому вашим главным другом должен стать метроном. Пусть вы лауреаты 10 международных конкурсов, если вы играете, не можете играть с метрономом, значит, извините, вы профнепригодны, и об этом нужно очень хорошо подумать. Я всем рекомендую просто всегда
иметь перед собой вот такое вот современное приложение. Это обычный метроном, слава богу, мы живем в современное время, нам не обязательно носить эту коробочку. Вот есть такие чудные устройства, и вот именно с этим устройством нужно регулярно заниматься. Вот сейчас идет обычный четырехдольный бит, каждая вторая доля выделяется. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И вот под это мы должны играть какую-то музыку. Даже интереснее делать не так. Занимаясь метрономом, интересно пропускать какие-нибудь доли. Например, оставить только вторую и четвертую. Вот послушайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обратили внимание, что я изменил структуру ритмики и сразу поплыл, потому что работа под метроном требует страшной концентрации внимания. Но если этим не заниматься, то мы никогда не добьемся времени. А представляете, я усложню себе задачу, и я оставлю только одну долю. Она будет четвертая. Вот смотрите, как это будет. Обратите внимание. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выделяется только четвертая доля. Раз, два, три, четыре. На самом деле это очень непросто. И чем медленнее темп, тем это более сложно и сложно. Если мы сделаем темп, например, вот 60, смотрите, как он звучит. 3, 4, раз, два, три, четыре. То в этом медленном темпе выдержать размер, то есть остаться в этом темпе, будет архисложной задачей. Сейчас я выключу первую и третью долю. Вторую долю. Три, четыре.
архисложно, архисложно. И как же вообще с этим быть и что с этим делать? И вот здесь мы подходим к самому главному, тому, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Об особенности ритмики. Вот все знают, что в понятии музыкальной ритмики есть такие термины, как ритм. Ритм — это поочередное чередование акцентов. Есть такое понятие «размер». То есть внутри акцентов, которые расставлены по времени, существуют так называемые сильные доли. Между сильными долями есть определенное количество слабых долей. Вот структуры сильной доли плюс слабой доли создают нам размер. Размер и определяют таким образом такт. То есть вот первый такой ритмический блок. Самый распространенный размер в музыке — это размер 4 четверти. Сильная доля, условно, 3 слабых, и опять сильная. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В современной музыке это называется битом. Бит — это удар. 90% музыки, а может быть 95% музыки, а может быть даже 90% музыки, созданы именно в размере 4 четверти. Есть такое выражение «два притопа, три прихлопа». Вот «два притопа, три прихлопа» — это раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Все это вот находится внутри вот этого четырехдольного, самого простого размера. Однако размеров существует бесчисленное количество, их много. Особенно сейчас в современной музыке. Если вы думаете, что вы сейчас можете сходу назвать все размеры, 2 четверти, 3 четверти, 3 восьмых, 6 восьмых, 5 четверти, 7 четверти, и на этом все заканчивается, нет. Вы ошибаетесь. Их гораздо больше, и сложным размерам мы посвятим целую отдельную лекцию. Но сегодня мы говорим только о простом размере. Размере 4 четвертей. Итак, в этих 4 четвертях находятся 4 четверти. Но это не все, что есть внутри этого такта, внутри этой ритмической структуры. А в терминологии академической музыки нет еще одного очень важного термина. Нет вообще такого аспекта, который бы вот концептуально, так методологически был бы закреплен в какой-то теории. Я бы назвал его условно пульсацией. Ведь каждая четверть, которая исполняется, она еще имеет право делиться. Она делится на определенное количество более мелких акцентов. Четверть может быть разделена на 2, тогда появляются восьмушки. Может быть разделена на 4, тогда появляются шестнадцатые. Есть, конечно, 32-е ноты, есть 64-е ноты, есть всякие разные квинтоли, септоли там, и так далее, более сложные ритмические фигуры, но это все частности. Есть основная пульсация, которая в музыке является принципиальной и важной. И без понимания этой пульсации осознанно подходить к музыке нельзя. Теперь основной закон. Вся музыка в мире, независимо от ее жанров, ритмически делится на две группы. На музыку дольную и музыку триольную. Что это значит? Это значит, что в дольной музыке четверть, базовая единица времени, бит, разделена на ровное количество более мелких компонентов ритма, на 2 или на 4. Это музыка дольная. То есть эту музыку можно называть музыкой часиков. Тик-так, тик-так. Расстояние между каждой пульсацией аналогичное. Та-та-та-та-та-та-та-та. Тик-так, 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 тик-так. Это музыка дольная. Она может быть восьмидольная или шестнадцатидольная, это мы сейчас разберемся отдельно. Вторая музыка, второй вид ритмики — это музыка триольная. Это когда один удар бита делится не на 2 или на 4, а делится на 3. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Совершенно не обязательно они должны в музыкальной фактуре звучать все три. Там, ту, там, ту, там, ту, там. Сейчас я в триоле. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Буду пропускать вторую. Там, ту, там, ту, там, ту, там. И появляется уже такая свинговая ритмика.
Главное не в этом. Главное, что вы должны понять, что есть музыка дольная и музыка триольная. Это принципиальное отличие, потому что даже иногда, наблюдая за исполнением профессиональных музыкантов или любителей, которые уже выходят на профессиональный уровень, диву даешься, что они исполняют какое-то произведение, изначально было создано в дольной ритмике, но они исполняют его в ритмике триольной. Меняется совершенно характер, и когда задаешь вопрос, зачем вы делаете это так, ответа никакого нет. Ответа нет, значит, нет осознания. Интуитивно-то многие из нас это все воспринимают, особенно музыканты, ну вообще люди, которые имеют предрасположенность к музыке, интуитивно слышат триольный ритм, слышат ровный ритм, могут это автоматически интуитивно повторить, но это нужно понимать. Вот я сейчас вам приведу несколько примеров. Возьмем, например, ну, какую-то простую такую несложную форму, рок-н-ролльную. Блюзовый какой-нибудь квадрат. Вот это я сыграл в триольной ритмике. Сейчас я объясню. А теперь я сыграю то же самое в дольной. Если вы чувствуете разницу, это очень хорошо, потому что в целом может показаться, что это одно и то же. Это категорически не одно и то же. Послушаем еще раз. Второй вариант. Чувствуете разницу? В первом случае, давайте используем наш метроном. Вот мы исполняем эту пьесу где-то в таком темпе. Тут 120 пусть будет. Раз, два, три, четыре. Вот наш бит. Раз, да, вот он. Раз, два, три, четыре. Если мы это делим на две, у нас получается восьмидольный бит. Раз, та, 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 раз, и, раз, и, раз, и, раз, и, раз, и, раз, и, раз, и. Тогда у нас музыка будет звучать так. Три, четыре. Вот они, ровные восьмушки. И все ритмические акценты я делаю, исходя из того, что такт разделен на 8 долей. А если музыка триольная, тогда ритмическая пульсация меняется. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Слышите? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть вот она. Вот то, что я исполняю первое, ровно, это рок-н-ролл, это ритм и блюз. Это, ну, более поздняя ритмическая форма, это твист. А то, что я играю триольно, это более ранняя музыка, которая называется, ну, условно, буги-вуги. Не знаю, имеет ли для вас значение. Раньше всегда понятия буги-вуги и рок-н-ролл как-то сливались в одно единое целое. Как будто это была одна музыка. Это разная музыка. И ритмически это принципиально разная музыка. Вот об этом вам нужно очень хорошо подумать. Главный принцип, что музыка есть дольная и триольная. И перед тем, как начать играть музыку, классическое это произведение, джазовое это произведение, либо произведение современной музыки, в первую очередь мы должны ответить на вопрос, какая пульсация этого произведения. Если это один бит, четырехдольный бит, то какая же пульсация? Сколько внутри находится мелких долей? Потому что понимание количества мелких долей в будущем позволит нам осознанно относиться к построению самой фразы. Потому что любая фраза, она строится из тех долей, которые находятся внутри такта.
Могут быть, конечно, отклонения. Вот, например, в такте на 4 четверти, где звучит 8 восьмушек, можно исполнять какие-то сложные триоли. И, кстати, композиторы, да и начинающие импровизаторы, да академические музыканты очень часто злоупотребляют этим. Злоупотребляют, как бы пренебрежительно относясь к основе ритмики. К основе ритмики, играя фразы, которые не находятся в основной пульсации этой музыки, думают, что это хорошо, что это ново, что это свободно, что это интересно, и не всегда, а чаще всего не добиваются художественного результата, потому что пренебрегают ритмической основой. О видах. И последнее, что хочу сказать. Зачем это нужно? Когда у вас существует эта пульсация внутренняя, когда она у вас развита, когда вы слышите в голове не просто бит, раз, два, три, четыре, а у вас про себя звучит вот эта триольность. Это вам дает дополнительный инструмент контроля времени. Вот, когда я вам показывал, как играть под метроном в начале этой лекции, и немножечко убыстрял. Я, кстати, сейчас расскажу, почему музыканты убыстряют темп, почему они двигаются вперед. У этого есть совершенно конкретное физиологическое объяснение. Так вот, когда я начинаю контролировать время и ритмику через пульсацию, ощущаю ее внутри, мне гораздо проще удержаться во времени, удержаться в бите. Ну а в идеале, конечно, это должно быть на уровне физиологической настройки организма. Вот есть, например, такой известная легенда, не знаю, была она такая или не была такая, знаменитому барабанщику Дэйву Вейклу включили метроном, и под этот метроном Дэйв Вейкл начал играть какой-то свой барабанный рисунок. Через некоторое время этот метроном выключили и остановили Дэйва Вейкла только тогда, когда он отклонился от заданного темпа. По-моему, это было 8 или 9 минут. Попробуйте, проведите эксперимент. Включите метроном и начните под него играть. Как вы думаете, на каком такте вы вылетите? Если вы этим занимались, если вы потратили на это время, вы можете не вылететь никогда. Но если вы никогда этого не делали, то это случится на втором и на третьем такте. Значит, вы должны сделать вывод, что с третьего такта ваша музыка закончилась. И последнее. Почему так происходит, что музыканты торопятся? Музыканты торопятся и в большинстве своем темп ускоряют. Гораздо проще это понять, если представить, что испытывает музыкант, когда исполняет музыку. У каждого музыканта есть свои физиологические ограничения. Ну, например, у вокалиста. Вокалисту нужно банально взять дыхание. Потому что если он не возьмет вовремя дыхание, ну, значит, ему просто будет тяжело. Обычно ускорение темпа всегда происходит в конце такта перед началом сильной доли. Начинаем мы достаточно ровно, но в конце, перед сильной долей, или особенно перед частью, где происходит какое-то такое заполнение, ну, например, вот здесь как раз вот в последнем филе, в последнем заполнении перед новой сильной долей и возникает убегание. Убегают все барабанщики, убегают гитаристы. Здесь все хорошо. И убежали. Есть простая логика. Организм устает, и организм посылает сигнал. Закончи ты, пожалуйста, это быстрее. Даже когда барабанщик играет какую-то сбивку, в этот момент его тело концентрируется не на дыхании, не на функционировании его организма, а концентрируется на вот этом вот ударе. И в этот момент, при том, как барабанщик играет фил, например, у него дыхание останавливается. Ну, просто замедляется. Не замедляется, оно просто останавливается. Он берет вдох. То есть это происходит интуитивно, никто даже об этом не думал. И вот когда он перехватывает дыхание, останавливает, то организм говорит, ты что, тук-тук, ну-ка, быстрее начинай дышать. А раз быстрее начинай дышать, значит, быстрее начинай заканчивать уже свой этот ритмический рисунок. То есть это нормальная физиология. Физиология человека, с которой нужно работать. Во всяком случае, об этом знать. Дышать постоянно,
То есть контролировать не то, что у вас находится в пальцах, не просто слышать музыку, не слышать темп, но еще и думать о своем дыхании, например, еще о каких-то вещах. Вот как это важно, понимать для того, чтобы понять вот важнейший компонент музыки — ритмика. На этом мы сегодня вступительную лекцию закончим, а в следующий раз поговорим о конкретных ритмических моделях, которые существуют. Спасибо.